Школа номер 2 имени Руденко в Монино вновь открыла свои двери для детей, которые, пока шел капитальный ремонт, учились в одном из соседних учебных учреждений. Теперь же работы закончены, и дети вернулись в свои классы. Посмотреть, как они занимаются в обновленной школе, приехали руководители администрации городского округа Щелково. Они заходили на уроки к младшим школьникам, за праздничным чаепитием поговорили со старшеклассниками. Нам очень приятно, что нас пригласили на открытие школы. Мы увидели радостные лица детей, учителей. Нам приятно, что детки вошли сегодня в красивую, светлую школу. У них хорошее настроение. Мы желаем, чтобы в стенах этой новой замечательной школы, именно новой, потому что она выглядит внутри как совершенно новая школа. У них были успехи в учебе. Они берегли все то, что мы им подарили. В прошлом году школе исполнилось 70 лет. Капитальный ремонт затронул и стены, и коммуникации, и столовую, и пищеблок, и, конечно же, сами учебные помещения, кабинеты и классы, которые выглядят совершенно по-новому. На эту школу было выделено порядка 50 миллионов рублей. Школа ремонтировалась по программе Подмосковье, образование Подмосковья. Действительно, что здесь было заменено абсолютно все, все коммуникации, укрепление несущих стен. Значит, хочется сказать, что касается безопасности, учтены все требования пожарной безопасности. Вот. Ну и действительно очень приятно видеть, наверное, улыбки детей, педагогов. А что может быть важнее благодарности вот этих вот замечательных людей? Капитальный ремонт школы провела подрядная организация компания «Энергосервис». В рамках гарантийных обязательств мы еще в течение 3 лет будем следить за тем, чтобы все, что было сделано, находилось в надлежащем состоянии. Немножко изменилась конструкция школы, то есть там были внесены некоторые корректировки, и даже не узнали школу. Приходили, мы сегодня направляли по классам. Поэтому я очень волнуюсь сегодня. Сегодня такое радостное событие. Мы ждали его вот эти 9 месяцев. И сейчас мы настолько рады. Иногда даже, вот знаете, зашли в школу и не думали, что все так будет, что мы справимся. Поэтому у меня сегодня только слова благодарности. Школа номер 2 – одна из старейших Монино. Она открылась в далеком послевоенном 1949 году. В 1955 ей было присвоено имя легендарного маршала авиации в годы Великой Отечественной войны знаменитого летчика и военачальника, героя Советского Союза Сергея Игнатьевича Руденко. Обновленная школа в бывшем военном городке на улице Дачной продолжает свою славную историю. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.